Серяков Алексей Анатольевич, я из Санкт-Петербурга. Вот, мы представляем молодежную команду из городов Гатчина и Санкт-Петербурга, вот, также Москва. Мы хотели построить доклад из двух частей. Первое – поговорить об общих проблемах в экономике. А второе – как мы пытаемся решить эти проблемы на примере нашего проекта. То есть мы хотим, в советское время был такой популярный лозунг «Партия наша рулевая». Да? Мы бы хотели поговорить о работе не рулевых, потому что рулевые – это последние матросы на корабле, и даже не о работе капитанов, а тихих штурманов, которые сидят в уютных кабинетах и прокладывают курс корабля. Вот, то есть о проблемах сегодняшней экономики. В 2009 году, в декабре месяце, наш министр финансов Кудрин дал интервью агентству «Интерфакс». Я сейчас зачитаю цитату из этого интервью. «Завершается очень тяжелый год, объем ВВП снизился на 8,7%. Это главный провал года. Мы не ожидали такого глубокого падения российской экономики даже в начале года. В правительстве некоторое время надеялись, что усилиями центральных банков и других мировых экономических регуляторов удастся поднять спрос, оживить экономику. Но никаких чудодейственных рецептов выхода из кризиса найти не удалось. Это был беспрецедентный кризис, поэтому ни один из советов и сотен трудов о Великой депрессии 30-х годов использован быть не мог». Данную точку зрения выражал не только Кудрин, но и некоторые другие чиновники нашего правительства. И, в принципе, что можно сказать? Можно сказать, что это, в принципе, выражение некомпетентности в области управления. Что вообще такое экономика? Экономика – это наука о том, как грамотно организовать производство и потребление в каком-то взятом регионе, стране или в целом на земном шаре, так, чтобы удовлетворялись жизненные потребности людей. И, в принципе, наше правительство вот такими заявлениями оно расписывается в том, что оно либо некомпетентно, либо целенаправленно не хочет заниматься экономикой. И связано это прежде всего с тем, что наша экономическая наука, Академия наук и ведущие, так сказать, российские вузы, они не могут по сей день решить проблему в экономике. Вот наш президент объявил, что нужно модернизировать страну. Но с нашей точки зрения страну модернизировать не удастся по тем же самым причинам, по которым советскому правительству в перестройку не удалось модернизировать Советский Союз. То есть цели, предпоставленные по оглашению, прекрасные, но сделать ничего не удалось. Только в отличие от нынешних экономистов, которые хранят молчание на эту тему, среди советских экономистов удалось найти одного, который честно признался в том, что экономическая наука не готова решать проблемы. Это был академик Анчишкин, который возглавлял Институт экономики и научно-технического прогресса Академии наук СССР. Вот я зачитаю его цитату. «Следует признать со всей определенностью, что экономическая наука и общественные науки в целом оказались не готовыми к ответу на вопросы, поставленные 27-м съездом партии, январским пленумом и всем ходом нашего развития. Многие фундаментальные проблемы развивающегося социализма приходится решать сегодня эмпирически методом проб и ошибок, со всеми негативными последствиями, связанными с теоретической неподготовленностью к таким решениям. Если мы проведем анализ с позиции критерия, практика критерия истины, то что можно сказать? Можно сказать, что если за какой-то определенный период, ну, в частности, за 20-30 лет не удалось наладить нормальную жизнь в стране, то это говорит о том, что экономическая наука, она просто не может решить проблемы, она просто неадекватна. В частности, если мы посмотрим на технические науки, на инженерные, то что мы увидим? Что если, например, рушится здание или мост, или какой-то механизм, самолет там, или машина не работает, то к ответственности привлекает либо архитектора, либо инженера, либо строителя, либо те, кто неверно эксплуатировал это здание. То есть они несут вплоть до уголовной ответственности. А в то же время, если мы посмотрим на общественные науки, одной из которых является экономика, то мы увидим, что никто из чиновников, кто ответственен за процессы там происходящие, никакой ответственности не несет. Вот. Но это не только касается, конечно, экономики, еще раз подчеркну, всех общественных наук. В частности, по этому поводу можно привести высказывание доктора экономических наук, бывшего министра финансов, советника президента Лившица, который сказал: «Экономика как женщина, разве поймешь?» То есть, если, например, студент придет на экзамен,
по физике там, или по сопротивлению материалов, и скажет такой профессору, понятно, что, с чем он идет с экзаменом. Вот. Но в то же время люди, которые обладают учеными степенями и позволяют себе такие высказывания, они, естественно, никакой ответственности, к сожалению, не несут. Мы как раз-таки хотели поговорить о причинах, которые лежат в основе всего этого безобразия. Все экономические теории строятся на основе двух подходов. Первый подход – это финансово-счетный, а второй – организационно-технологический. Финансово-счетный подход, в его основе лежат теории так называемых меркантилистов, или монетаристов, как по-другому называют. То есть эти люди еще с 15-16 века говорили о том, что главная задача государства – это накапливать денежные ресурсы, неважно в каком виде, вот, но самое главное, чтобы был положительный баланс. В то же время в основе второго подхода, организационно-технологического, лежат теории так называемых физиократов. Вот эти люди где-то в 17-18 веке и далее, они говорили о том, что главная задача государства – это накапливать не деньги, а продукт, который это государство производит. И самое главное, они говорят о том, что это должен быть сельскохозяйственный продукт. Потому что если мы посмотрим на весь наш народно-хозяйственный комплекс, то сельское хозяйство – это вообще единственная отрасль, которая чего-то производит из ничего. Все остальные отрасли, они просто берут что-то, перерабатывают и, собственно говоря, передают дальше. Так вот, если проговорить про первый подход, то проблема финансово-счетного подхода в чем заключается? В том, что многие люди воспринимают жизнь как? Вот есть я, есть мой островок стабильности, там мой кошелек. Я осуществляю какие-то операции, купли-продажи со всем остальным безбрежным морем финансов. И вот этот экономический кризис, он как раз показал, что никакого безбрежного моря финансов нет, и все очень строго ограничено вот этими рамками этого бассейна. Если вспомнить простую школьную задачку по физике о сообщающихся сосудах, то, в принципе, достаточно очевидно, что если в какой-то отрасли сверхприбыль, то значит в каких-то отраслях будет сверхубыток. И поэтому такие вещи, которые прописаны в нашем законодательстве, что главная цель деятельности любого предприятия – это получение прибыли, это, в принципе, нонсенс. Потому что если кто-то будет получать прибыль, другие будут нести убытки. Вот, например, у нас сверхприбыли там, в банковской системе, построенные на ростовщичестве, в наших монополиях. А такие отрасли, как образование, транспорт, отдельные, по крайней мере, виды, и другие, они от этого очень сильно страдают. Вот. Соответственно, вторая проблема, которая связана с финансово-счетным подходом, те, кто его придерживается, они не понимают, что финансовая система – это всего лишь сопровождение производства и потребления некой продукции, а не самоцели. То есть деньги – это не самоцели. И третья проблема, это вот мы ярко это видим по даже выпускникам наших санкт-петербургских вузов, что человек, абсолютно по любой специальности, за редким исключением, выпускающийся из вуза, он не понимает вообще, как устроен народно-хозяйственный комплекс, как отрасли связаны между собой и каково место его собственной профессии в этом народно-хозяйственном комплексе. То есть каждый конкретный специалист вот, в финансово-счетном подходе считает, что вот его отрасль не главная, и все вокруг нее вертится. Вот, и не понимает, что они всего лишь часть единого целого, единого организма, там, страны или планеты Земля. А в то же время в организационно-технологическом подходе главная цель – это удовлетворение жизненных потребностей населения, прежде всего самых главных. Поэтому главная задача специалистов, которые ориентируются и поддерживают организационно-технологический подход в экономике, это прогнозировать ситуацию, потому что управлять чем-либо можно только тогда, когда решается задача устойчивости по предсказуемости поведения того объекта, которым ты управляешь. Если этот объект непредсказуем, как у нашего правительства, пришла стихия, там все разрушило, естественно, ни о каком управлении говорить нельзя. И, соответственно, нужно решать задачи прогнозирования демографической ситуации, нужно определять спектр продукции, которую нужно производить в государстве, выделять, какую продукцию нужно производить, какую нельзя вообще, определять, соответственно, как устроить систему распределения этой продукции и, соответственно, как обеспечить результаты потребления, потому что понятно, что возникает мусор, всевозможные там куча отходов, производство потребителей. Соответственно, задача производства и потребления, она решается на основе так называемых балансов продукта обмена. Я думаю, что многие о них слышали, по крайней мере, экономические группы не должны говорить. И так называемых межотраслевых, то есть между отраслями балансов. Как
когда-то в здании Государственной Думы как раз находился Госплан. Вот он с 23-24 года приблизительно впервые в мире стал применять эти самые межотраслевые балансы. И после, так сказать, нашего Госплана эти балансы перетекли плавно в Германию, во Францию и в Соединенных Штатах. Они сейчас там есть, они активно применяются. К сожалению, в нашей стране, когда я лично писал там, нашему министру экономического развития и так далее, от них приходят отписки на тему, что ну, мы не знаем, что это такое. Посоветуйтесь с Академией наук. Может, они знают. Соответственно, это говорит об уровне компетентности или, опять же, о определенных целях этих ведомств. Соответственно, что такое межотраслевой баланс? Межотраслевой баланс он может составляться в двух формах. В товарной и стоимостной. То есть вся продукция делится на продукцию конечного потребления и продукцию промежуточную, то есть та, которая друга отрасли поставляет. Ну и, соответственно, составляется с помощью аппарата линейной алгебры, масс-статистики, теории вероятности, составляется грубая матрица взаимообмена продуктов. Я сейчас подробно не буду про это рассказывать, но в специализированной литературе про это, конечно, можно почитать. Вот. Проблема, связанная с Советским Союзом, то есть почему он развалился, как раз-таки была связана с тем, что Советский Союз, вот нам как-то представляет, что во всем виновата так называемая плановая экономика. А план — это цели, то есть план всегда должен быть. А Советский Союз развалился просто потому, что в этой плановой экономике пребывал тот же самый финансово-счетный подход. И методы, с помощью которых они производили и распределяли продукцию между населением, а также спектры, которые неверно считали, вот это все вместе и привело к тому, что экономика, так сказать, проблемы лавинообразно росли, и экономика пришла к краху. Вот как раз об этой проблеме подробнее уже расскажет мой коллега Владимир Сергеевич. Да, здравствуйте. Ну, я сразу продолжу. Если посмотреть на директивно-адресный метод, да, которым пользовались в Советском Союзе, то можно видеть, что он недостаточен, потому что всегда нужно что-то дорегулировать и распределять. И японцы, когда они слышали о том, что у нас противопоставляют планы рынку, они недоумевали. И профессор Акита, вот, это создатель экономического чуда Японии, в частности, говорил следующее. Часто можно слышать, что провозглашенный в них, в России, в странах Союза, переход к рыночным механизмам является убедительным доказательством превосходства рыночно-ориентированной экономики на централизованной планируемой. Я полагаю, что это заблуждение. Проблема состоит в том, чтобы объединить в едином механизме начало этих двух систем, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования. И действительно, если посмотреть на план и рынок, то план – это цели, которые мы ставим перед нашим народным хозяйством. А рынок – это средство дорегуляции того, что невозможно просто директивно-адресно каждой отрасли приказать с другой обменяться. То есть торговля – это средство самоорганизации, до самоорганизации экономики. И встает вопрос, на что мы будем нацеливать наш план, на какие потребности? И весь спектр потребностей человека, всех людей, всего общества в целом делится на два спектра. Первый спектр – это демографически обусловленные потребности. Это, как в одной в Библии было написано, интересная цитата, «Главная потребность для жизни – вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу». Здесь образно-символично указаны все основные жизненно необходимые группы потребностей. Это дом, жилье, нормальное жилье для семьи в нескольких поколениях, еда, одежда, возможности улучшения своего образования, а также свободное время для уединения и работы над собой, для личностного развития. И вот этот спектр называется демографически обусловленный спектр потребностей. Второй спектр потребностей – это потребности, удовлетворение которых ведет к деградации личности, открывает возможности паразитирования одних на пристрастиях других. Это алкоголь, табак, половые извращения. Даже обычные потребности при чрезмерном их удовлетворении становятся деградационно-паразитарными. И при нацеливании народного хозяйства на спектр деградационно-паразитарных потребностей, так называемых, вся экономика начинает медленно разваливаться. Почему? Потому что деградационный паразитарный спектр потребностей, он непредсказуем в принципе. Человек может хотеть 10 машин, 5 яхт, море алкоголя.
Их невозможно предсказать в длинно-длинных интервалах времени. А демографически обусловленный спектр, потребности, которые нужны каждому, они предсказуемы на длительных интервалах времени. И при нацеливании всей экономики на них, через некоторое время эти потребности будут гарантированно удовлетворяться в обществе. Если мы посмотрим на планы, то какие планы должны быть по отраслям? В Советском Союзе давали всякие завышенные планы очень, и отрасль фактически там рвалась. Связи в экономике тоже рвались. Планы должны быть минимальными, то есть теми, которые точно гарантированно обеспечиваются отраслью. Возникает вопрос, а зачем нужен план, если он должен быть заведомо выполнимым? Очень просто. Мы задаем нижний предел, ниже которого отрасль не может упасть. И отрасль гарантированно удовлетворяет. А то, что отрасль производит сверх этого, уходит в запас устойчивости плана. И доля распределяется торговлей и рынком. Если мы сегодня посмотрим на тот рынок, который у нас есть, то реально он не свободный, как всем нам говорят. Он захвачен, поделен между корпорациями тех, кто заведует котировками, и спекуляциями. И он настроен не в интересах удовлетворения большинства потребностей, большинства населения, а по большей части нацелен как раз на деградационно-паразитарный спектр. И законы ценообразования этого рынка таковы, что если посмотреть на все группы потребностей, их всего шесть. Первое – это улучшение возможностей получения образования, жилье, пища, одежда, возможности для свободного времяпрепровождения. Если посмотреть на эти шесть групп, то первая и шестая это обладают общественной в целом значимостью. А со второго по пятый они при их несистематическом удовлетворении, то есть как у нас на нашем рынке, как только у людей появляются лишние денежки, повышается зарплата, пенсия, то сразу вырастают потребительские цены для того, чтобы платежеспособный спрос населения оттягивать, собирать. При такой настройке рынка получается, что у людей нет свободного времени, потому что надо постоянно зарабатывать денежку для обеспечения себя жильем, одеждой, пищей. Вот на кратковременных интервалах такая ситуация, в принципе, человек может потерпеть и, какое-то время потерпеть и первой шестой группы, скажем, себя лишить. Но на длительных интервалах, когда это систематически не удовлетворяется, личность начинает деградировать, а вместе с ним общество, все в целом. Потому что все общество – это не просто сумма всех личностных развитий. Развитие всего общества – это не просто сумма, а это некое произведение всех, развития каждого человека в этом обществе. В общем, иными словами, рынок, в принципе, по своему механизму не способен к целенаправленным действиям. Потому что он всегда должен быть в связке с плановыми заданиями. И если, как завершение этого, известная цитата известного вам человека Франклина Рузвельта. 24 июля 1933 года в передаче «Беседы у камина», которая транслировалась по радио на всю страну, он сказал, Америку, он сказал следующее. Я совершенно не разделяю мнение тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что все, что должно идти своим чередом, и что вмешательство людей не способно повлиять на экономические болезни. Мне-то известно, что эти профессиональные экономисты с давних пор каждые 5-10 лет меняют свои формулировки экономических законов. А 30 сентября 1934 года в тех же беседах у Камина он сказал следующее. Я разделяю убеждение Авраама Линкольна, который говорит, законная задача правительства – дело для сообщества людей, хотя тут на самом деле надо было бы сказать общество людей. Все, что им нужно, на что они сами, выступая каждый в своем индивидуальном качестве, не смогут сделать совсем или не смогут сделать хорошо. И, собственно, а почему такая ситуация у нас сложилась в нашей экономической науке? Почему сегодня эта экономическая наука, судя по тому финансовому кризису, который они воспринимают как стихию, почему она методологически несостоятельна? Почему она не может ответить на этот кризис
адекватными действиями. Об этом расскажет Евгений Вячеславович. Я в своей части доклада хочу затронуть инструменты экономики и ее метрологию. Если посмотреть на природу, то процессы, которые существуют, они все имеют колебательный характер. То есть в природе статики нет. Для того, чтобы эффективно управлять любым процессом, нам нужна единица измерений. В точных науках единица измерений никогда не вызывает вопросов. Для единицы измерения есть определенные требования. Например, она должна обладать едиными качествами в любой точке пространства или как можно более продолжительном отрезке времени. Если взять такой простой процесс, как мера веса, то мы можем в любой точке планеты взять и точно сказать, что гирька одним килограммом нам даст точный размер в любой точке пространства. И есть такая же уверенность, если я сейчас поставлю на стол гирьку 1 килограмм, то она из замка будет весить 1 килограмм. Если мы отнесемся к экономике, то здесь стоит вопрос, какая же метрика экономики? На первый взгляд кажется, что здесь метрика – это деньги. Но деньги – это всего лишь номинал, это атрибут. К атрибуту очень много вопросов. И у него есть один уязвимый признак. Атрибут всегда может существовать отдельно от предмета. И в этот момент мы можем получить необеспеченный продукт, необеспеченный атрибут. И если посмотреть до 19 века, как же происходила работа экономики, все процессы происходили на биогенной энергии. То есть мы могли взять в основу для измерения эффективности экономики, например, зерно. И в древние времена это был верный выбор. Далее почему-то было выбрано золото, которое, к сожалению, в экономическом процессе никак не влияет на рост или падение эффективности этого движителя. И сейчас, если посмотреть, то после 19 века у нас многие процессы в народно-хозяйственном комплексе, они зависят от энергообеспеченности. То есть мы можем говорить о том, что киловатт в час на данный момент у нас является прямым показателем эффективности любой экономики. Это является атрибутом непосредственным, который нам дает показатель. И у этого способа киловатт-час очень большой порог чувствительности. Он очень чутко чувствует, что происходит в экономике, и можно на основе него планировать. И неофициально такой подход на основе этих вот параметров, он признан во всем мире. Если взять статистику и посмотреть уровень доходов и уровень энергообеспеченности в современном мире, то все страны выстроятся в строгой очередности по энергообеспеченности. Сейчас, чтобы понять, как же в экономике мы можем определять порядок, нужно вести понятие. К сожалению, когда его оглашают, то во многих аудиториях почему-то происходит непонятный процесс, начинается массовое покашливание, ну и другие непонятные явления. И для того, чтобы этого не происходило, я постараюсь принести его более медленно. Это понятие называется инвариант прейскурант. Чтобы не было вопросов, инвариант. На первый взгляд кажется, что это замена чего-то. На самом деле, если подойти к корню этого слова, то вариары – это менять, то есть изменчивость. Инвариары – это значит неизменчивый. Приставка «ин» нам дает понятие, что этот процесс имеет противоположный характер. То есть мы получаем неизменчивую единицу. Но вот относительно чего? Прейскурант – это таблица продуктов и цен на них. Тут ничего сложного нет. Инвариант прейскуранта в сегодняшнее время имеет базу инвариантов. В эту базу инвариантов входят первичные энергоносители, тарифы на энергопотребление и тарифы на транспорт. Также в базу инвариантов входит судный процент. Но о нем нужно говорить особо, потому что наличие судного процента в кредитовании
оно задает те процессы, которые выбивают экономику из поэтапного развития. Если посмотреть на этот процесс со стороны, то может оказаться, что мы на самом деле продаем деньги за какую-то цену. Этой ценой является ставка судного процента, ставка рефинансирования. То есть процесс на самом деле кажется неразумным, потому что как можно продавать деньги за деньги? И вот я посмотрел в интернете на эту информацию, есть очень интересный один момент, что в МВФ существуют так называемые специальные права заимствования. Оказывается, есть у МВФ свои деньги, которые никогда не были обналичены. Они не имеют своего материального носителя. МВФ задает в своем процессе отдельный денежный оборот. Она выдает все кредиты под этот вот номинал. И сейчас ставка судного процента, по сути, является тоже неоглашенной ценой денег. И получается так, что мы в экономике имеем процессы, которые имеют длительность намного более, чем один год. И, к сожалению, если выдавать кредит на год, то мы некоторые процессы просто разрушим. Это касается кораблестроения, например, или сельского хозяйства. Там не все процессы так зациклены четко на углеродичный ход времени. И чтобы подойти к решению этих вопросов, которые существуют сейчас в экономике, мы решили создать свой проект, который позволяет решить многие вопросы как в экономической науке, так и в остальных отраслях. И об этом проекте больше расскажет Алексей Свириков. Я продолжу тогда. Мы вообще, когда вас стали заниматься экономикой, на многих других проблемах в области управления, мы стали искать, а как вот эти теоретические взгляды, о которых было рассказано, можно реализовать на практике. Ну, естественно, для нас сразу открылось множество путей. Это и работа в системе образования, то есть мы готовим специалистов и в школах, и в вузах, которые адекватно смотрят на экономику. Это и работа с чиновниками, например, мы сотрудничаем, например, того же межрегионального баланса с администрацией Гайчинского района и с региональным правительством Ленинградской области. На Петербург пока не выходили. Это и многие другие, в общем, пути. И вот мы также решили, что один из возможных путей – это организация вот такого проекта, как «Малоэтажная Русь». Что представляет для себя «Малоэтажная Русь»? В принципе, это возможность для населения нашей страны, и прежде всего для молодежи, то есть той части, которая наиболее активна, участвовать вместе с чиновниками в процессе управления своей жизнью. То есть можно в каком-то отдельно взятом районе, регионе создавать сначала план развития этого региона, района и заниматься, собственно говоря, на практике развития. То есть, вот если говорить непосредственно про наш проект, то мы предполагаем создание сети поселений на северо-западе, пока мы не определились, в каком конкретном месте, но провели переговоры уже с рядом районов, и муниципальные чиновники, они очень в этом заинтересованы, потому что это позволит вдохнуть жизнь в их умирающей территории. Тем более, учитывая, что северо-запад когда-то был одним из богатейших регионов, ну, если брать ту же самую Новгородскую республику откуда, но на север, на юг, так сказать, на запад, на восток шли переселенцы в свое время, и это были когда-то богатые земли, а сейчас, в принципе, это депрессивный регион. И ставят вопросы, то есть, что не так, люди, что ли, изменились? Ну, в принципе, с нашей точки зрения все понятно, это процессы деградации в области управления экономикой. И, соответственно, построив такую сеть поселений, можно решить основные проблемы населения. Это демографическую проблему, то есть, когда люди будут уверены в завтрашнем дне, а это главное, чего не хватает в нашей стране, когда они будут знать, что им есть чего поесть, есть во что одеться, есть где жить. Вот, есть на чем перемещаться, когда будет отлажено работать все системы жизнеобеспечения, то тогда и будет развитие. Потому что если мы даже сопоставим те времена, которые были в Советском Союзе, там 30-е, 40-е, когда за год вводилось одновременно
где-то порядка 5-6 тысяч предприятий в строй. Это о многом говорит. То есть тогда те администраторы, они, видимо, применяли все-таки адекватные механизмы в области управления экономикой. Вот. А если говорить про потери, многие люди сейчас нас спрашивают про человеческие потери, то мы несем сейчас потери не меньше, только эти потери выражаются не в, там сказать, прямом уничтожении людей, как тогда делали эти администраторы. Я их за это, естественно, не хвалю, вот, недостойной критики. Но сейчас, в принципе, нет никакой разницы, потому что эти люди умирают от потребления алкоголя, табака и соответствующих связанных с ними заболеваний, прежде всего. И просто от такой жизни тяжелой. То есть нужно создавать нормальную здоровую среду, в которой человек мог не только удовлетворять свои потребности первичные, но, естественно, и развиваться. Образовательные, соответствующие достойные услуги здравоохранения, культуры и всего прочего. Очень большой вопрос, естественно, это отношение к природе. То есть, в принципе, данный вопрос в наших концепциях развития транспорта, градостроения и всего прочего, он вообще никак практически не рассматривается. То есть, в принципе, должны существовать практически в каждом регионе специальные заповедники, из которых могли бы соответствующие виды флоры и фауны распространяться, и где в этих заповедниках они могли находиться в неприкосновенности от людей. Это и вопросы транспорта, то есть в таких поселениях люди должны перемещаться, прежде всего, конечно, пешком, то есть для этого эти поселения должны быть небольшими, вот, и это решает проблему гиподинамии. Ну, то есть можно говорить о множестве деталей в этом проекте, и мы собрали, наверное, вот сейчас мы, поскольку ведем разработку проекта с помощью интернет-ресурсов, мы собрали достаточное уже количество специалистов с разных регионов абсолютно. Люди желают сделать такой же проект у себя в регионе, там и на Дальнем Востоке, и в Татарстане, и на Кавказе много есть ребят интересных. И проект мы разбили на два этапа. Первый этап мы планируем его завершить летом. Это разработка общих принципов, то есть некой книги, пособия, взяв в руки которую человек может не только получить некий ликбез в области экономики, но и получить некий практический материал, с помощью которого он мог бы заняться организацией, участием в процессах управления на, так сказать, в своей местности. И мы оцениваем, что наше будущее – это больше даже процессы не управления, а скорее процессы самоуправления. То есть, когда люди будут входить в процессы управления наравне с чиновниками, которые занимаются этим профессионально. Потому что чиновники, можно даже так сказать, не сколько виноваты в тех проблемах, сколько они сами заложники данных проблем. Потому что они тоже когда-то получили соответствующее образование. Прежде всего, эти модели, они пришли к нам с Запада, и они не только не работают у нас, они, как показывает этот кризис, не работают и на Западе. И люди, вот мы, в частности, проводили презентацию в столице Евросоюза, в Брюсселе, выезд у нас был такой в Европарламенте. Они тоже понимают эти проблемы, они с очень большим интересом к этому отнеслись, и все материалы, которые мы приготовили для них, они все, естественно, разобрали. То есть понимание этих проблем есть и там. Вот. А что касательно самих чиновников, то, конечно, нужно сказать, что им нужно с большим, так сказать, интересом относиться и к собственной истории, и к тем процессам, которые происходят в обществе, потому что многие видные деятели нашей истории, например, Василий Осипович Ключевский и тот же Салтыков-Щедрин, давали очень, так сказать, им полезные советы. И вот я как раз на выступление, прежде чем перейти к вопросам непосредственно по теоретической части и по проекту, вот хотел бы завершить свое выступление цитатой из Салтыкова-Щедрина. «Русский мужик даже не боится внутренней политики, потому что просто он ее не понимает. Как ты его не донимай, он все-таки будет думать, что это не внутренняя политика, а просто божеское попущение, вроде мора, глада, наводнения. Что лишь разница, что на этот раз воплощением этого попущения является Помпадур. Нужно ли, чтобы он понимал, что такое внутренняя политика? На этот счет мнения могут быть различны, но я со своей стороны говорю прямо, берегитесь, господа, потому что как только мужик поймет, что такое внутренняя политика, не нет, цистфини, что по-латински значит конец». Теперь
мы хотели бы перейти к обсуждению и надеемся, что у вас будут вопросы. Мы сумеем, естественно, более подробно рассказать о проекте, ответить на эти вопросы. Поскольку мы здесь не только втроем присутствуем, но еще есть другие специалисты среди нас. Пожалуйста, кто готов задать вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте. Семен Максим, аспирант. У меня первый вопрос. Это по инвестициям в этот проект? Какие финансовые вложения, то бишь, ну, насколько выгодят? И второй вопрос – это создание инфраструктуры. То бишь, поселение делается, а как людям, где работать, образование получить? И ну, поскольку мы, как я уже говорил, разбили проект на два этапа, то первый этап – это разработка общих принципов, то есть это теоретическая часть. Без нее никуда не денешься, потому что если теоретически все хорошенько не продумать, то практической части нельзя переходить. Потому что у нас, как правило, сразу начинают что-то строить, а потом думают, что же мы построили. Вот. И поэтому, собственно говоря, мы, когда разработаем теоретическую часть, летом мы перейдем к практической части. И, соответственно, перед нами встанут вопросы, вот, о которых вы, так сказать, которые вы задали. Это вопрос инвестиций. На данный момент интерес к этому проекту проявляют многие люди. То есть это и конкретные просто частные лица, которые готовы там жить и вкладываться в это дело. Есть и вполне конкретные инвесторы, вплоть до, там, не знаю, крупных, вот, например, там есть один крупный завод, который заинтересовался данным проектом. То есть я думаю, что в данной ситуации вот проблема инвестиций для самого проекта не проблема. Теперь по поводу для инвесторов, то есть какие для них будут выгоды. Естественно, это вопрос, так сказать, который решается персонально. То есть самое главное, что нужно любому человеку и, в принципе, бизнесмену, и что показал этот кризис, неважно, сколько у тебя финансов, когда есть угроза потерять все, вот, то встает вопрос, который вот как раз упирается в теорию, как обеспечить устойчивость в смысле предсказуемости. Вот, мы не предлагаем, так сказать, проект, который будет давать, грубо говоря, какую-то финансовую отдачу им персонально. Мы предлагаем совместно организовать какое-то там, не знаю, производство, ну, любое дело, не обязательно производство, вот, которое будет выгодно просто потому, что будут удовлетворяться потребности участников этого дела. Вот нечто вроде, можно сказать, это кооперативная форма хозяйствования, которая существовала и в дореволюционной России, и в советское время, и сейчас, в принципе, существует. То есть, когда ряд участников вкладываются различными ресурсами своими, и совместно получают всевозможные там услуги образовательные там, для своих детей, медицинские. То есть, каждый вносит, что имеет. Вот. Но только здесь это будет поставлено на более, так сказать, серьезной основе. И, в принципе, в перспективе мы видим, что это перерастет и превратится в некое государство-суперконцерн, в котором все участники этого государства будут, грубо говоря, его акционерами. То есть, почему-то, вот, например, по отношению к транснациональным корпорациям не существует никаких вопросов, то есть они имеют право на существование. Но вопросы, почему мы не можем построить Россию суперконцерн, они вызывают какое-то удивление. Ну, по крайней мере, у тех, там, кто является представителем финансового счетного подхода. То есть смысла делить завод на цеха, делать из них каждое акционерное общество, я не вижу, то есть, чтобы они между собой конкурировали. И всегда в истории двигателем прогресса была не конкуренция, а сотрудничество. Просто вопрос, какие целями двигают теми людьми, кто сотрудничает. Если они хотят друг другу помочь, это одни цели, если они хотят друг на друга нажиться, соответственно, то при любой форме хозяйства ничего хорошего не получится. А по поводу инфраструктуры, естественно, нужно создавать и рабочие места, как можно максимально разнообразные. Вот. Это и должно быть первоклассное образование, потому что те дети, которые там, грубо говоря, будут жить в этих небольших поселениях, там, ну, их можно по-разному называть, там, эко-поселения, агрогородки, как угодно, они должны получать образование не хуже, чем в городе. Вот. И в первую очередь это образование должно быть адекватно жизни. Наше общение с Министерством образования, оно показало, что ряд специалистов Министерства образования понимает, что нынешние образовательные стандарты, они совершенно неадекватны. Даже те стандарты, которые сейчас готовятся, они тоже неадекватны. Это они тоже понимают. Вот. Но какой-то коренной перелом будет, когда все общество будет понимать, что эти стандарты, они неадекватны, и будет двигаться к адекватным стандартам. Есть понимание у руководства питерских вузов. Они очень пожелали организовать на базе данных поселений какую-то экспериментальную площадку, где бы они могли отрабатывать новейшие технологии, внедряя прямо их в жизнь на месте, создавать небольшие производства. Вот. И могли бы, так сказать, в том числе прислать даже вот тот же самый вид туризма, к примеру, прислать своих
преподавателя на лето, на утро, чтобы интеллектуальный ресурс, который летом отдыхает, вот, он мог бы быть задействован в процессе образования одновременно и в процессе отдыха в данном конкретном поселении, в каком-нибудь хорошем месте, там, к примеру. Меня зовут Юра Стефанов. Здравствуйте, меня Юра Стефанов зовут. У меня такой, значит, вопрос. То есть речь идет о том, что вы хотите создать некий анклав, так сказать, такую деревню изолированную, ну, грубо говоря. И вот такой вопрос, то есть как вы будете решать внутри этого анклава экономические вопросы, которые перед вами встанут? То есть, например, я, к сожалению, забыл фамилию одного ученого-экономиста, который был забыт благополучно, француз, по-моему, у него была примерно такая схема. То есть деньги, которые наличные были на руках людей, он тоже применил вот этот подход, то есть он взял какую-то деревню и поэкспериментировал с ней. Там такая суть была, что эти деньги с каждым днем у людей немножечко дешевели. И чтобы этого не происходило, им надо было эти деньги пускать в оборот. То есть они их отдают, и таким образом они не копят сумму какую-то круглую. Точнее, там получалось так, что вот с помощью того, что деньги немножко дешевеют, когда они на руках непосредственно находятся, тогда люди их сбрасывают быстрее, и за счет этого оборот капитала, ну, ускоряется, и, соответственно, ускоряется продуктообмен в этом обществе. И вот по тем данным, которые были тогда еще несколько столетий назад проведены, тогда это происходило, ну, дало вот увеличение как минимум в 30 раз этого оборота капитала внутри вот этого анклава. И, собственно говоря, если вы будете вести свою какую-то учетно-финансовую деятельность и строить экономические, значит, процессы внутри этой деревни на каких-то своих принципах, то как вы будете взаимодействовать с официальной экономикой и как... Ну, то есть вы же не будете, получается, пользоваться вот билетами Банка России, потому что у него это их собственность, правильно? А вы собираетесь, чтобы у вас была какая-то своя экономическая модель, то есть вам, получается, надо какую-то либо свою валюту вводить, либо как-то вот так действовать. Вот как вы считаете? Спасибо, вот очень интересный вопрос. Если посмотреть на советскую экономику суперконцерна, то у них было несколько экономических контуров, называемых. И стабильную экономику, взаимодействующую с внешней средой, внешней экономической средой, которая построена на нынешних принципах экономического и финансового хождения, можно осуществить с помощью вот этих трех контуров. Обеспечить с помощью такой трехконтурной системы экономической. Внутри поселения, правильно, что нужна необходима внутренняя торговля, там будет ходить, возможно, хождение какого-то определенного номинала, который там отличается от Банка России, который меняется на билеты Банка России в местах этого поселения на эти условные единицы. Это первый контур. Это обеспечивается внутренняя торговля между жителями. Второй контур – это обеспечивается тем же безналичным расчетом между отраслями. И третий контур – это взаимодействие с внешней средой. Так как мы рассматриваем наше поселение как некий целостный объект, то в нем всегда есть входящие потоки и выходящие потоки. Входящие могут быть в виде продукции, инвестиций, денег в том числе. И выходящие тоже в виде продукции, денег и услуг. То есть, в принципе, обеспечить это вполне возможно. Такая система, ее можно построить на основе межотраслевого балансирования. То есть ее настройка и функционирование, она обеспечивается вот именно составлением межотраслевого баланса. И по расчетам входящих потоков и выходящих. Я вот хотел бы уточнить. Мне просто интересно, насколько это вообще законно, то есть какую-то свою, так сказать, валюту вводить в стране, где уже есть какая-то своя валюта? В принципе, вводить валюту можно любую. Это не будет незаконно, если просто не называть это деньгами. То есть назвать это купон, вексель, там, ну как угодно, в общем. Вексель, может быть, нельзя, но в любом случае, если там хоть зайчиками назовете и будете использовать, так уже делают. И по стране есть десятки кооперативных юридических форм, потребительских обществ, которые уже участвуют. Если вы не знаете, то, например, такие люди, как Батурина, да, или Чубайс, они входят в такие потребительские общества.
Я вот хотел бы дополнить, чтобы мне полностью картина была ясна. Вы, предположим, создали деревню, там у вас, предположим, построили завод силами, так сказать, поселенцев, и этот завод начал производить, скажем, тапочки. Вы эти тапочки, скажем, обеспечили всю деревню тапочками, теперь вы готовы обеспечивать страну тапочками. Вы будете эти тапочки продавать за вашу валюту, то есть вы тогда, получается, должны дать кредит нам, простым, ну, как бы, не из анклава, а беспроцентный, предположим, из ваших ваучеров, а мы на них уже купим ваши тапочки, или у вас какая-то другая схема? Я прошу прощения, Андрей Тимков, меня зовут, я приехал просто с ребятами. Значит, ситуация такая, вы говорите о той экономике, которую вы понимаете сейчас сами. То есть мы все в ней сейчас существуем, да, и очень сложно понять, что может быть какая-то другая. Вот представьте себе, есть внутренний российский рынок, да, есть то, чем торгуем мы за рубеж. Ну вот вы не видите, неужели связи в этом? То, что не обязательно, во-первых, делать завод по производству тапочек в том объеме, в котором мы назвали. Чтобы завалить всех тапочками, все ходили без собственных тапочек. Необходимо построить те производства и ориентировать их на то, чтобы демографические господинные потребности этого населения удовлетворялись в первую очередь. Избыток этих, этого продукта, который будет производиться, его можно пускать на внешний, кто мешает. Ну вот я спрашиваю, за какую валюту пускать? Вы знаете, вопрос какой валюты, это вопрос совершенно 135-й. В моем понимании, необходимость первая – это обеспечить людей демографическими возможностями. В процессе планирования какого-то производства необходимо будет понять, каким образом мы можем взаимодействовать. И понятно, что ни теория без практики, ни практика без теории выходиться не может. Ну, я просто хочу подвести к тому, что у вас в итоге, так или иначе, если это все серьезно, то должен появиться, грубо говоря, банк. Банк, банковская деятельность. Все возможно, все возможно. Вы знаете, даже в рамках сегодняшнего действующего законодательства у нас достаточно механизмов, как это делается. То есть это, в принципе, реально. Даже потребительская кооперация – это прекрасный вариант. Понятно. Вот. И вы еще начали свой вопрос как раз с изолированности. Изолированности никакой нет. Это, наоборот, самый прямой принцип открытости. Чем открытие, тем лучше. Изолированности здесь нет никакой. Я имею в виду, что изолированность от принципов управления вот, внешней экономикой, которая будет окружать вас, то есть она сейчас, вы появитесь как некое новое экономическое образование, на которое будет давить система вот, как внешняя, которая построена на других экономических принципах, а вы будете взаимодействовать с ней на новых экономических принципах, и вам надо будет либо продвигать свои экономические принципы, либо, извиняюсь, прогибаться под внешние экономические принципы. Я вот конкретно об этом имею в виду. В принципе, даже при отсутствии таких поселений, в принципе, наше население и живет тем, что борется с этой системой, ну, если реально смотреть вещам в глаза. Вот, и всевозможные формы хозяйствования, в том числе и кооперативные, это один способ, например, как один способ, например, не платить ряд налогов, к примеру. И даже сильные мира сего, они этот способ используют, как я уже сказал. Вот. Можно я добавлю два? С позиции практики. Председатель потребительского общества, председатель правления потребительского общества московского, значит, у нас уже есть схемы, которые работают, вот, о которых здесь шла речь. Это и минимизация налогообложения, в частности, для предприятий, которые работают по нашим схемам. Вот, то есть я готов популярно рассказать, как эти схемы работают. Это все в рамках действующего российского законодательства. Спасибо. Говорит Андрей, аспирант, вы планируете использовать, значит, альтернативные источники энергии, ресурсы, сберегающие технологии, или же вы собираетесь подсоединяться именно к существующей электросети и жилищно-коммунальному хозяйству? То есть это вода и отходы, то есть куда вы будете девать? Именно вот вопрос экологический. На первом этапе стоит задача навести порядок в том, что мы сейчас имеем. Если поставить задачу какой-то найти уникальный источник энергии, то мы можем запоздать с запуском системы. Нам сейчас нужно, ну, мы готовы пойти на то, чтобы подключиться к уже существующим энергосистемам. Но также идет развитие и процесс проектирования, который учитывает вписывание новых разработок, и эти разработки уже идут давно, вплоть, ну, Тесла там в одной из них. Нет, просто...
Просто уточните, так как уже существуют очень многие разработки, как правильно сказали, и на основе них как раз и можно не только обеспечивать себя, значит, не только электроэнергией там и так далее, но и как раз продавать это как продукт-товар, то есть... Вот уже вопрос к экономике переходя. То есть вы пока это не планируете делать, да? Здесь есть один момент, что вот эти источники энергии, если мы их заложим в план, то мы план сделаем перенапряженным. В плане все научно-исследовательские работы, ну, все, так скажем, разработки НИОК, они вносятся в катализатор. То есть, если процесс пойдет быстрее, то мы достигнем плана выше. Но сейчас вносить это в план, и мы не знаем устойчивость этой системы, мы ее не опробировали, ни одну из них. Если мы на нее поставим какой-то, ну, наша ставка будет сделана на нее, то непредсказуемость этой системы может привести к краху управления. Задачи такой не стоит. Бознова Лиза Николаевна, менеджер государственного муниципального управления. Скажите, пожалуйста, я так правильно поняла, что организационно-правовая форма у вас будет некоммерческое партнерство, да, этого поселения? И как бы статус этого поселения будет заключаться только вот на этой ниве, на этой почве. То есть вы создаете организацию, которая в данный момент не входит в систему местного самоуправления, не имеет достаточных истоков бюджетного формирования и не имеет возможности ежегодно пользоваться социально-экономическими программами, заложенными в программу субъекта федерации. То есть вы сейчас как бы сами себя из муниципального образования, не себя, вернее, а граждан, которые пожелают поучаствовать в этом проекте, вы из системы местного самоуправления, где заложены финансовые потоки на обеспечение качества жизни каждого индивидуального гражданина, вы в данный момент предлагаете выйти из этой системы и перейти на ниву, где вот граждане будут выживать за счет самостоятельного ресурса. Вот поясните мне статус этого вашего поселения. Спасибо. Мы не говорили, что мы не сотрудничаем с органом местного самоуправления. То есть как раз-таки сейчас идет вопрос о проработке юридических форм. И я думаю, что в этом поселении будет использоваться целый ряд форм, то есть в зависимости от того, какие цели будут стоять. То есть это вопрос уже технический. А по поводу местного самоуправления, почему мы не только, так сказать, готовы, так сказать, действовать в рамках существующего законодательства и организовать все соответствующее поселение по существующим законам. Вот. Но и сейчас у нас есть, например, у наших коллег, кто в том числе участвует в проекте, опыт, где они просто входят сами в муниципальное управление, становятся главными. Вот у нас, например, два района есть, где у нас, так сказать, наши коллеги стали главой района и главой совета депутатов. Речь не идет о том, где вы намерены принимать участие потом в других, так сказать, форумах, да? Речь идет конкретно о вашем поселении. Статус этого поселения дает вам возможность как бы участие других финансовых потоков в развитии всех социально-экономических сфер данного поселения. Если мы с вами регистрируем организационную правовую форму только на ниве того, о чем проговорил вот, значит, уважаемый представитель, следовательно, ну вот мы ограничиваем себя в получении этих финансовых ресурсов, которые положены каждому гражданину. Спасибо. Вопрос на самом деле очень интересный. Мы будем в любом случае его решать, придется сталкиваться. И суть такая, насколько вот я это вижу, да, для начала, для того, чтобы появилось поселение, нужно пройти несколько этапов. Как только там будет достаточное количество людей, понятно, что это будет по географическим входить какое-то муниципальное образование. Это однозначно. Однозначно, прежде чем начать это строительство, все равно придется взаимодействовать. Понятно, что мы будем вливаться в процессе строительства в местное самоуправление, пытаться на него влиять, пытаться приобщать к этому понятийному словарю, можно сказать, такой вот экономики правильной, мы считаем. И стараться претендовать на все социальные выплаты. Понятно, что дети, например, которые построили дом, они захотят перевести своих родителей, родители должны
получать свою пенсию, это очевидные вещи. И этот вопрос, я считаю, что его будет решить гораздо проще, чем вопрос, например, с подключением электроэнергии. Значит, я прошу как специалист в этой области обратить внимание на то, что если не определен статус, да, значит, заниматься чисто вот таким, будем говорить, хозяйственным вопросом, это, ну, определенная головная боль для всех участников, которые в этот процесс будут втянуты. Я просто прошу обратить на это внимание. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, прошу ваше замечание. Мы обязательно этим будем заниматься. Если будет такая возможность, как специалисту, мы хотели бы к вам обращаться. Спасибо. Как предложение сейчас... Что-что? Дмитрий Аркадьевич Любченко, автор книги «Русский замысел самосовершенствования». Сейчас в России произошло такое своеобразное чудо. Сейчас объявлено русское государство в рамках России, в общем-то, духовно-родовая держава Русь. То есть вам можно вполне войти в это государство Русь и организовывать на совершенно законных основаниях уже свое поселение. Даже вот это вот, это объявил просто в соответствии с Конституцией Российской Федерации, взял мужик один просто русский, объявил Россию, Русь, потому что по территориальному признаку все, в общем-то, есть какие-то области, например, Татарстан там по национальному признаку объявлен, там Киргизия там и так далее, а русского государства нету. Ну вот он взял там все, вся Россия, которая там по национальному признаку не объявлена, он объявил Россию. Так что вам вполне можно, вот как раз, это фамилия, я сейчас скажу, Попов Олег Николаевич, можете поинтересоваться, и вот войти в состав Руси. Мы знакомы уже, так сказать, попадали нам эти материалы, естественно, из интернета, такое не могло пройти мимо. Мы даже считаем проще, что, во-первых, наше отношение к Руси и России, почему вот мы назвали, почему Русь, не Россия, да, потому что нас тоже спрашивают, малоэтажная Россия, почему. Русь, она шире, чем Россия, то есть есть некоторые осколки, да, Руси, которые вернутся со временем в состав России, это, в принципе, уже не за горами. Вот, и таможенные союзы, и все остальные вещи, это вот движение в данном направлении. Вот, а во-вторых, как раз-таки на одной конференции начальник одного департамента Министерства образования задавал, почему у вас такой вот, подход вообще к определению слова «русский». А что за подход? А русский, с нашей точки зрения, это не национальный признак, это признак цивилизационный. Во-первых, это прилагательное, то есть француз, китаец, немец, там, все что угодно, это существительное. Вот, то есть это понятие собирательное. И поэтому все, кто живут в России, они русские. Это, там, не знаю, русский татарин, русский еврей, русский немец, там, кто угодно. Вот. И просто в каких-то частях, например, в Татарстане национальный этап, может быть, не совсем еще пройден, да, в каких-то частях еще к национальному этапу не перешли, как на Кавказе, да. То есть там, почему клановый принцип очень силен? Потому что вот у них такие отношения. Еще не доросли до народа, поэтому и проблемы возникают в общении с более, так сказать, высокими ступенями. Это не говорит о том, что они плохие люди, но просто это объективная данность. И, соответственно, русские, вот, например, там, не знаю, жители, там, не знаю, новгородцы, псковичи, которые когда-то были, можно сказать, какими-то национальными нациями, они уже перешли давным-давно этот этап, может быть, 1000, может быть, 1500 лет назад. И стали вот тем, что называется Русь, Россия, русские. Вот. И, к сожалению, просто данная проблематика очень плохо освещается. И в системе образования там практически ничего на эту тему нет. И вот в средствах массовой информации говорят, что русские – это вот национальность. Вот, ну, например, я когда там общаюсь с представителями Комитета по безопасности Государственной Думы, я им задаю вопрос, вот у вас концепция национальной безопасности, почему не общественной? Какой нации, собственно говоря? Ну, это к примеру. В общем, насчет русский. Русский – это этимология вообще этого слова, это потомки родов Руса и Кия. Кий – тот, который Киева основал, и Рус. На самом деле, раньше русских нас называли скифы, сарматы и так далее. То есть, да, действительно,
мы перешли уже на более высокие уровни, и сейчас уже национальность не совсем даже русскими людьми воспринимается, вот само это слово, да, россияне, нас сейчас пытаются от нас национальность, конечно, убрать, говорят нам, что мы уже не русские вообще, а россияне, но все-таки есть и в слове русский своя сила и свое что-то объединяющее. Думаю, от этого пока не стоит уходить. Все. Пожалуйста, еще вопросы есть? Можно? Тусиков Сергей Иванович, системный аналитик. Видно по вашему изложению, что вопрос вы хорошо прорабатывали, серьезно имеете очень хорошую подготовку и хорошо ориентируетесь в том материале, который излагаете. Но вот такой системный подход несколько вызывает, ну так скажем, сомнение в перспективах вашего дела. Дело-то хорошее, интересное. А вот так как вы к нему подходите, это, знаете, как бы скорее больше увлеченность давит на видение перспективы, чем реальная оценка событий. Это мое мнение, оно спорное, и я хочу просто продолжить, на чем оно основывается. Дело в том, что вы поднимаете вопросы о том, что в экономике до вас допускались и допускаются сейчас определенные несостоятельности, в том числе и высших эшелонов власти, и ответственных специалистов и лиц. И вы пытаетесь сейчас в эту систему привнести свое. И сразу же наверняка видите, что привнося эту систему, свою систему в существующую систему, вы таким образом замахиваетесь, в общем-то, на всю нашу экономическую систему, не только российскую, но и поскольку Россия постоянно хочет интегрироваться в международное сообщество, то получается, вы как бы и на мировую систему замахиваетесь. И поэтому вычленяете ее в некую свою локальную небольшую систему, которая будет заниматься этими вопросами. Начинаете городить новые огороды. Спрашивается, если ваша система перспективная, поддержанная, вы выступали в Брюсселе по ним, и говорили с депутатами, и в правительстве, и общаетесь с соответствующими министерствами по этому вопросу, то, может быть, в качестве эксперимента посмотреть и какие-то переустройства сделать не вот такие вот потемкинские деревни, ваши, пусть даже с самым таким положительным результатом, а выйти на то, чтобы в регионах менять вот эту инфраструктуру, обустраивая уже существующие какие-то деления, существующую инфраструктуру вот в том русле, которое нужно. А тогда вы здесь сталкиваетесь с другой ситуацией. Вам придется в конечном итоге действительно бороться и доказывать совершенство. Так вот, хотелось бы уточнить, вы хотите просто заявить свою инициативу и эту инициативу развивать в качестве пилотных проектов нескольких, или вы все-таки замахиваетесь на то, чтобы в конечном итоге начать все-таки, наверное, все-таки с пилотного проекта, потому что иначе немыслимо это получается, как вот вы говорите. И вы сами говорите, что когда-нибудь потом Русь станет вот таким вот акционерным обществом одним большим. Значит, вот этот вопрос, это он один вопрос, их несколько, я сразу их перечислю, чтобы потом по 28 раз не поднимать. Следующее. Во всем вашем, во всех ваших рассуждениях видно, что вы берете чужие правила. Вы по этим правилам лучше других преуспели и увидели чужие недостатки и ошибки. И теперь говорите, ага, оказывается, виноваты были несостоятельность определенных функционеров в этих правилах. Вот мы иные, мы сейчас по-другому сделаем. Ну, во-первых, система очень инертна, и она вам не даст такие вещи делать в глобальном масштабе. Но в то же время, играя по правилам не вами созданным, а только вами улучшаемым, вы в конце концов будете плясать под чужую дудку. Вы будете каждый раз, как вот сейчас, при ответах на вопросы, подстраиваться, что да, мы это учтем, да, мы над этим подумаем, да, это вопрос 135-й, и когда мы решим 134-й, мы вернемся к 135-му. Но это расстояние вытянутой руки. Значит, получается, что вот эта вещь, при всем уважении к вашему интеллекту и заложению, она вами, получается, не продумана. Если вы не будете заранее закладывать системные изменения везде и всюду, и чтобы как бы то, что есть, шло вам навстречу, то создание вот таких локализаций, в том числе экономических или общественных, или иных, оно практически, вот сколько будете вливать в него денег, столько оно будет на плаву. На секунду прервали вливать туда деньги, и оно сразу моментально начнет деградировать по всем параметрам.
Третья позиция. Вы говорите о том, что нужно будет сделать общее самоуправление, и это общее самоуправление позволит простым гражданам управлять вместе с чиновниками. Я так думаю, что такое заявление, оно строится на другом вашем заявлении, где вы пытались, ну я не знаю, свое вы не сказали, вы привели просто двух авторов древности о том, что государство это либо накопление денег, либо накопление товарной массы. Ваше мнение наверняка отличается, иначе, если вы на этом или на том или на другом строите свой подход, то там получается здесь очень серьезный пробел. Потому что государство само по себе – это настройка над обществом, это еще из материалов, кстати, при КПСС, которые распространялись по всем этим экономическому, по валютной экономии и так далее. Но бог бы с ним, они могут быть сейчас оспорены. Но что здесь получается? Государство принимает на себя функции координирующие и обеспечивающие постоянные потребности. Действительно, один человек не сможет решать даже потребности какого-то значительно большого коллектива своими усилиями. Ему нужна какая-то кооперация или какая-то такая вот система, которая позволяла бы это решать. И вы сейчас, естественно, предполагаете объединяться людям, либо самим руководить, объединяясь с чиновниками, либо просто объединиться с чиновниками и руководить в той схеме, которая есть. Но именно эта схема, по вашему же заявлению, она неэффективна, недееспособна. То есть с кем вы собираетесь интегрироваться? С какими чиновниками? Их нужно, получается, чиновничью всю вот эту систему организации, если говорить о чиновниках как о классе, ее нужно менять. А потом в чиновниках там кто находится? Разве не те же самые люди, которые должны потом вместе с ними руководить? Они одни и те же. Уволили чиновника, он переходит в разряд тех, которым руководят. Стал чиновником, он уже руководящий. Но это же одни и те же люди, с кем интегрироваться. Второе. Если люди будут заниматься все вопросами своего обустройства и жизни организации на уровне чиновников, то чем они будут вообще заниматься по жизни? Где вот это будет шестая позиция ваша на предмет самолюбования и, будем говорить, самопонимания и единения с природой? Ему некогда будет, ему надо будет руководить. Почему? Потому что чиновник не будет справляться, он будет бегать за ним подтирать, будет за этим бегать подтирать другие. И вот все колхозом пообижали руководители поселением. Понимаете? А кто будет на фермах работать, кто еще где-то будет работать. А потом вторая позиция, ведь вы же там, когда будете поселение делать, вы должны будете какую-то инфраструктуру производственную делать. Значит, рядом куча инфраструктуры, мы это все бросаем, потому что это все уже загажено, да, чиновниками, властью, экономикой. Вот мы сейчас создадим конфетку, потом тут создадим, потом там конфетку. Это пребывание в прелести. Поэтому получается, что если на системные вопросы вы не находите изначально ответа, а потом в рамках системного видения начинаете какие-то узловые моменты работать, тут будет больше эффективности. Если вы изначально в эту систему интегрируетесь просто с точки зрения улучшения отдельных ее фрагментов, не воспринимая ее в целом как единую несостоятельность по всем аспектам, то тогда это бессмысленно. А вы видите эту несостоятельность, раз вы говорите, что нам придется сталкиваться и с образованием, и с другими какими-то моментами, и еще со многими вещами. Потом последнее. Когда вы обозначили такие вещи, как приоритеты социальные, о том, что нужно там, и начали перечислять одежду, там, дом и так далее, и так далее. Я считаю, что у вас подход здесь в корне неверный. Почему? Потому что все такие вот моменты, как одежда, они несколько не актуальны. Ну, я, может быть, это не совсем... Особенно для зимы, да? Вот обратите внимание, что если вы возьмете, например, построите дома соответствующие какие-то, да, где будет климат, там, микроклимат, кондиционирование, куполом накроете, там еще что-то такое, одежда как бы станет под вопросом. Какие-то другие вопросы тоже могут быть под вопросом, насчет этих, досуга своего, там, времяпроведения, это, своего рода наркотик. Пошел ли телевизор посмотрел, хлебанул энергии, пошел ли выпил, пошел ли там еще что-нибудь такое придумал для развлечения. Это так, знаете, пребывание в прелести, неконструктивное. Это необходимая вещь. Так вот, основными-то получается, есть несколько позиций. Это питание в широком диапазоне, проживание в широком диапазоне, связь, возможность контактировать и связанная связь, транспорт. Это чтобы было понятно, что связь не только по телефону, но и должны общаться между собой. Других приоритетов в принципе не должно быть. Все остальное является дополнением, что если уж надо, допустим, там перемещаться, нужно будет там одежду одеть, если вот действительно вдруг холода наступит. Бывает же такое. А так можно голыми. Да, так можно голыми. Но ведь есть же у нас в Африке ходят голые, значит, да, и ничего. Поэтому, да, поэтому это, да, особенно в Новгородской области. Значит,
Значит, поэтому вот эти вот вещи, у меня просьба, значит, конкретно, экономика, если ее делать, то может быть или интегрироваться, или уж не играть по ихним правилам, а нужно менять тогда всю, отдельно вам просто никто не даст это дело сделать. Если говорить о там, об чиновниках, то значит надо менять чиновничье обустройство, потому что они же именно вам не дадут ни управлять этой конструкцией, вам нужно все равно будет менять, не сопрягать ее с другими какими-то управленческими решениями. И если говорить о денежных вот этих вот позициях, когда там что накапливать, либо мы накапливаем деньги, либо накапливаем что-то еще, мне кажется, нужно функции управленческие эти, как государственность, что ли, менять изначально. Единственная правильная мысль, что регионы сами должны определять свои потребности, это видно и ясно. А все остальное очень спорно, и здесь, ей-богу, вы просто-напросто будете играть по чужим правилам, и просто-напросто настолько будет у вас открываться нагороженного вот этого много всякой хлама информационного, что вы просто замучитесь с ним бороться. Начиная от каким юридическим лицом вы будете, какая у вас будет валюта, какие у вас будут инфраструктуры банки, и как вообще к вам будут относиться популяции в Африке при всем. Вот, собственно, у меня все. Попробую ответить на ваши вопросы. Если я что-нибудь забуду, то мои коллеги меня дополнят. То есть, во-первых, действительно придется менять всю экономику, не только в нашей стране, и в мире. И многие чиновники, в том числе европейские, американские, они это прекрасно понимают. То есть организационно-технологический подход — это не наше изобретение. Вот, это, в принципе, необходимость, продиктованная временем. То есть, так или иначе, придется вести все к организации единого хозяйства планеты Земля. О том, как это хозяйство может быть организовано, я рекомендую почитать, ну, например, Ивана Антоновича Ефремова, такой был известный писатель, фантаст, советский ученый, сейчас пока туман все здравие, это один из вариантов. Соответственно, по поводу людей и чиновников. То есть чиновники, они тоже люди, вот, и, как и всех, интересует, они хотят управлять. Никто не возражает, пожалуйста. То есть никто не призывает свергать этих чиновников. Просто они, может быть, не знают, как решить все проблемы. Мы сотрудничаем с чиновниками, помогаем решать их проблемы. То есть они учатся у нас, мы учимся у них решение каких-то проблем. То есть мы сотрудничаем, это нормальный процесс. Вот. Просто так получилось, что, да, действительно, наши проблемы, наши страны связаны с тем, что они не могут организовать управление. Но к революции призывать бессмысленно. Потому что любая революция — это нужно отбросить страну на 30 лет назад. То есть смысла от этого нет никакого, только хуже. Яркий пример — это дореволюционная Россия. Тамошние чиновники довели страну до ручки, в результате чего пришли большевики и взяли власть. Собственно говоря, особо они и не трудились ее брать, она сама как на кому упала, в общем-то. Собственно говоря, ситуация сейчас может быть точно такой же. Если чиновники не научатся решать проблемы, но придут более эффективные чиновники, они просто сами войдут во власть. Никто им это не мешает делать. То есть это сейчас уже примеров достаточно много по России. Мы знаем даже людей с нами вообще никак не связанных, которые просто приходят и становятся муниципальным чиновником. Если муниципалы все будут понимать, что нужно делать, то регионы, они просто будут вынуждены делать то, что скажет им муниципал, например. То есть это объективная данность. Вот. Очень приятно, что вообще вот так системно задавали вопросы, потому что вы наш коллега, я сам работаю на кафедре системного анализа, только в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Вот. Я думаю, что специалисты с этой кафедры вам знакомы. Мы тоже, в общем-то, предлагаем подход системный. И прежде всего, в основе всего должна лежать концепция. Если концепция не продумана, вот, то, естественно, будет огромное количество проблем. И, на наш взгляд, в реализации и в продумании этой концепции должны участвовать все. То есть у людей должна быть возможность моделировать свое собственное будущее. Потому что, когда за большинство решает меньшинство, ну, какие-то, естественно, моменты могут быть не учтены. Вот. А когда, ну, самый вообще главный вопрос – это кадры. То есть кадры решают все. То есть и кадры нужно готовить. Их нужно готовить и как специалистов, которые четко знают, как решать проблемы, и как человеков. То есть без соответствующего воспитания, воспитание и образование — это самая главная потребность. Ни еда, ни одежда, ни жилье. Вот. То есть, почему? Потому что от того, чего мы знаем, зависит, как мы можем обеспечить остальные потребности. И как человек воспитан. Если человек воспитан сорить на улице, вот как сейчас у нас, да, и наши средства массовой информации вообще не обращают внимания на эту проблему, вот, то, естественно, потребуется армия дворников, чтобы все это убирать.
А если эта проблема будет ей уделяться больше внимания, люди будут воспитываться, то тогда эти дворники, ну, их будет требоваться значительно меньше. Но то же самое можно, в принципе, в других сферах привести примеры. То есть мы считаем, что в будущем будет сформироваться некий соборный интеллект, в котором будут участвовать все жители нашей страны. И они все будут участвовать в решении проблем. Но люди будут относиться к этому делу ответственно. То есть не будет бесконечных обсуждений, чего угодно, по каким угодно поводам. То есть человек будет осознавать, если я не разбираюсь в этом, то лучше туда и не лезть. Надеюсь, что вот мои коллеги меня дополнят, если я что упустил. Я вот хочу дополнить, что мы на самом деле не основываемся на каком-то своем изобретенном велосипеде. Мы основываемся на опыте, который был в нашей стране в 1947-1953 год, когда впервые в нашей цивилизации, впервые вообще в истории нашей цивилизации, был очень непростой момент. Впервые за этот период было планомерное снижение цен. Это процесс, который показывает, что организационно-психологический подход дает результативный эффект. И потом по поводу кадров. Если все будут бегать к управленцам, у нас стоит задача, чтобы каждый человек, здесь нужно подойти с другой стороны, что гражданское общество как таковое возможно только в том случае, когда мера понимания каждого гражданина находится на уровне топ-менеджера. То есть он понимает, какое будет иметь последствия каждое его действие. И в таком случае будет очень тяжело, и сейчас мы это видим, как тяжело русский народ водить на какие-либо митинги революции, потому что пока бессознательно, но хорошо, что это есть, наши люди понимают, что это не метод решения вопросов. По поводу решения проблемы, то, как известно, в науке правления есть решение проблемы, которое можно сделать одномоментно, а есть решение проблемы, которые растянуты по функции по времени. И делать кардинальных изменений в короткий промежуток времени у нас нет такой потребности. Мы хотим это сделать планомерно. Есть определенный балансировочный режим. Маневров резких мы делать не хотим. И здесь процесс должен быть не революционный, а эволюционный, который должен основываться на диалектике, который поможет найти оптимальные решения в каждом конкретном случае. Все. Нужно два слова. По поводу того, что нужно будет бегать и убеждать в правоте вот этой вот концепции. Вот есть практика, вот я никого не бегаю и никого ни в чем не убеждаю. Ко мне уже идут люди, которые потребляют товары и услуги с большими скидками. И ко мне идут люди бизнеса, потому что они понимают, они хотят экономить, да, они понимают эту концепцию и понимают, что им это выгодно. Вот и все. То есть это предложение для умных, грамотных людей. Дураки, они покупают себе офшоры на острова за 10 тысяч евро, там, и потом их там обслуживают еще. Вот. А грамотные люди, они идут в потребкооперацию. Вот, к нам, в частности. Вот и все. Ну, мы молоденькие, да, нам полгода. А что касается поселений, то есть практика, наверное, слышали, да, Абакара Магомедовича Чатаева, Магомеда Абакаровича, прошу прощения. Вот, то есть это опыт, это практика, которая уже 20 лет, и которая пережила развал Союза, да, которая пережила там 92-й, 98-й год, все дефолты там пережили, и при этом при всем оставались рентабельными. То есть это не теория, это практика, которая работает. Вот и все. И это надо, и еще что важно, вот Касьянов, да, будучи премьер-министром страны, в 2001 году был с рабочим визитом в Белгородской области, в колхозе, который переняли опыт Чертаева. И по возвращению оттуда, во Внуково 3, журналистам он сказал следующее. Там, либо по глупости, там, либо по
ну, из-за большого впечатления, да, он сказал примерно следующее, что если это внедрить по всей стране, то через год мы будем жить на экспорте пшеницы. Я сказал Касьянов, который желает видеть Россию в качестве сырьевого придатка. Да? И это самая высокая оценка этой системы. Спасибо. Просто надо брать и делать. И вот в этой связи, да, хорошо, что мы здесь встретились, вы идете с одной стороны, то есть вы начинаете с поселения, это то, к чему я хочу прийти. А я начинаю вот с первой части вашего доклада, с экономики, поэтому мы... Нам есть над чем поработать. Хотел добавить, да, это действительно так, то есть мы с этим опытом тоже знакомы, это как одно из возможных проявлений организационно-технологического подхода, да. Просто это подход в какой-то микроэкономике, в данном случае в сельском хозяйстве. Точно такой же подход может быть в любой отрасли. А мы как раз таки говорим о том, что на основе этих подходов можно объединить все народное хозяйство, как это было в свое время в Советском Союзе, 47-53 год. То есть те управленцы, которые управляли страной, они понимали, что, вот как выражаясь словами Александра Сергеевича, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. То есть они понимали, что каждый год вводится в строй новые мощности, каждый год вырабатывается там больше электроэнергии. То есть создаются новые технологии, которые позволяют удешевлять производство. И весь этот, так сказать, прибавочный продукт, что можно сделать? Можно, вот мы произвели, предположим, в 1947 году N товаров, и под них было напечатано какое-то количество по денег. Можно сделать как? Можно сделать в следующем году, когда будет произведено на 20% больше товаров, можно напечатать на 20% больше денег, так чтобы продолжалось это соответствие пропорции. Либо можно просто снизить цены на товары. И те управленцы, они решили, а почему бы и нет, почему не попробовать. Попробовали, и у них получилось. То есть каждый год снижали цены. И население, которое видело, что эти цены снижаются, оно их поддерживало, то правительство. И огромная популярность, была не одна из причин, огромной популярности того правительства. Ну и, соответственно, никто не мешает нам это делать сейчас. А выражаясь языком теории управления, у нас есть некий вектор целей, то есть чем мы хотим. Вектор состояния, то, что мы имеем, и вектор ошибки, то есть логическая разница. Вектор цели минус вектор состояния. И при идеальном управлении вектор ошибки всегда будет равен нулю. То есть если мы стремимся к нулю, значит у нас качество управления растет. Если мы стремимся от нуля, качество управления падает. В экономике это все выражается в росте цен. Если цены растут, это значит, что качество управления падает. Если цена снижается, качество управления растет. То есть вот это яркий пример. Можно? Я тут послушал, то есть у нас получается такая проблема, что есть идея, что люди приезжают куда-то там в область и начинают там жить и удовлетворять свои генетически обусловленные потребности. Вот, чтобы их удовлетворить, я так понимаю, первым делом надо опять же о жилье подумать. Чтобы подумать о жилье, надо спроектировать поселок, то есть взять конкретное местность, правильно? Потому что поселок будет зависеть от того, какие там поля, что на этих полях, грубо говоря, можно вырастить, какая там речка, хватит ли там воды и чиста ли она. После проектирования этого поселка надо приступать к строительству. Это, конечно, техника там и так далее, подведение коммуникаций. Потом, если вы хотите управлять вот тем, что вы будете контролировать достижение этих потребностей генетически обусловленных, то вам надо кормить людей, ну, хотя бы частично для начала. Ну, думать в эту сторону, не в магазин все время ходить, где дорогие цены каждый день растут, да, а самим свой магазин какой-то открыть, где вы картошку, скажем, будете продавать, которую вот рядом вырастили, ну, образно выражаясь. То есть вам нужны какие-то фермеры, поля, техника, ангары для всего этого. Правильно говорят, связь, коммуникации, тоже все это нужно. По поводу энергетики, у вас же идея того, что валюта обеспечена энергией, если у вас не будет, грубо говоря, своей небольшой электростанции, то ваша валюта особо обеспечена не будет, по-хорошему. Я, кстати, вам могу порекомендовать такого человека, в Самаре живет Валерий Дудышев, в интернете посмотрите, у него огромное количество исследований в области свободной энергетики, магнитоэлектрический эффект и так далее. В принципе, это не очень дорого, в том смысле, что речь идет о том, что можно получать свободную энергию совершенно бесплатно с помощью магнитов, постоянного тока. Вот. И, в принципе, если у вас есть какие-то связи с бизнес-сообществом, их может заинтересовать подобные роды вещи, потому что речь идет о колоссальных, как бы, источниках энергии.
По поводу, значит, очистных сооружений водных я сказал, да? Еще, если у вас идеология некоторая, я так понимаю, многим понятно какая, то у вас будут действовать некоторые, так сказать, ограничения по части удовлетворения градационно-паразитарных потребностей. То есть, например, речь идет о том, что вы не будете, скажем, способствовать или не способствовать, а допускать распространение, скажем, там, соответствующих идей неправильных, или, скажем, там, водки, грубо говоря, то есть у вас сухой закон должен быть внутри поселения, то есть, я так думаю, это тоже стоит проработать, и идеологическую составляющую того, как будут там люди жить, и что им можно будет, от чего им лучше отказаться, прежде чем они будут в вашем проекте участвовать. И вот, мне кажется, когда вы четко определите конкретное место, в этом конкретном месте конкретно договорились с конкретными сейчас, которые там сидят и управляют. Ну, то есть у нас же нет, наверное, такого, что бесхозная земля все-таки, да, кто-то отвечает за любой участок нашей страны. Вот. Когда вы там сделаете, ну, макет, не макет, хотя бы план, сколько домов там и как вы подведете коммуникации, посчитаете по деньгам, потому что вы же не будете сперва сразу расплачиваться своими какими-то там билетами. Вы можете просто сказать, что вот, скажем, там у нас получилась сумма в 15 миллиардов там рублей, и мы теперь ищем как бы людей, которые все сейчас вместе скинутся, мы сейчас все вместе это сделаем, а потом будем жить за наши деньги. Вот более-менее, мне кажется, ну, реализуемая какая-то последовательность действий. Вот, собственно, все. Спасибо. В общем, о системном подходе. Первоначально первый этап разработки всего проекта – это создание общих принципов, которые закладываются как раз. Каким образом, в том числе закладывается и примерный этапный план реализации какого-то конкретного поселения на местности. Естественно, в таких общих принципах невозможно предусмотреть все детали расположения объектов на конкретной местности. Поэтому для создания уже конкретного поселения люди, которые возьмут такие общие принципы, они могут на основе этой информации создавать конкретный проект под конкретные условия. Потому что в том числе и экономические условия везде разные. Где-то какого-то продукта много, где-то какого-то мало. Вот рассчитать возможность удовлетворения этого потребности в этом продукте можно с помощью межотраслевого баланса и посмотреть, сколько мы можем удовлетворить сами или сколько нам надо удовлетворять, а сколько мы можем взять из внешней среды. Соответственно, по строительству, естественно, идет разговор о ландшафтном вписывании. Вот, город, такой пример ландшафтного вписывания, это город Павловск под Санкт-Петербургом. Еще тогда уже задумывались, уже такие методы строительства использовались. По, собственно, всем системам обеспечения, ввод их в эксплуатацию каждого будет, естественно, разработан поэтапный план, потому что есть технологическое задание, есть поэтапный план реализации технологического задания. Вплоть до того, что создается специальная стратегия всего проекта, в которой прописаны все, ну, скажем, приоритетность целей и методы, способы их реализации каждой из этих целей, причем с оценками в численном эквиваленте, как оценивать, с помощью чего оценивать и так далее. То есть это все будет закладываться в сам проект, потому что, естественно, без поэтапности ничего не получится, ну, как скажем, будет как бы самостройка, как сейчас. Я бы хотел добавить, вот действительно была неплохая, на мой взгляд, идея озвучена, что, может быть, не стоит действительно все с нуля начинать, может быть, есть возможность, я не знаю, есть ли она, о том, чтобы взять какую-то уже полуумершую деревню, которых у нас и так уже навалом, и на ее базе начать развиваться, то есть, где есть уже некоторая часть и производительной базы, и какой-то административной базы и так далее, то есть, использовать хотя бы какую-то уже небольшую существующее образование. А не в поле, как бы, чисто мы это все делаем. Мы, естественно, задумались над этим вопросом, то есть, что лучше, начинать с нуля или использовать уже существующую деревню. А с нашей точки зрения, эффективно будет и такой путь, поскольку наша цель – это сеть поселений, да, то мы попробуем, наверное, и так сделать, и так. Но почему лучше строить с нуля, вообще, мы считаем, да, об этом Евгений расскажет. По поводу строительства, то у меня есть пару замечаний, что сейчас, если проектировать на основе существующих снипов, то процесс проектирования протекать будет очень плавно и спокойно. Так как мы задаем новые требования, которые должны отвечать нашим, ну, которым должны отвечать наши поселения, то на первом этапе вот этот вот
азарт к проектированию у нас в нашем направлении был буквально там 2-3 недели. Но когда мы осознали, что новый принцип потребует других совсем форм реализации, то мы пришли к другому совсем способу, когда нужно вырабатывать системный подход от всех отраслей. Это касается образования, это касается энергетики, связи и всего так, ну, всех прочих направлений. В обычном проектировании всегда есть две стадии – процесс проектирования и процесс реализации. То есть к первой относится проектная документация, к второй относится процесс, ну, продукт, ну, ППР так называемый, процесс реализации. И мы можем спроектировать по теории с минимальной ошибкой. Если мы выйдем на процесс реализации, кажется, что только 1% из наших теоретизирований является верным, то мы не останавливаемся. Мы начинаем реализовывать именно этот 1%. И в процессе реализации мы уже знаем, что все остальные 99% являются для нас не вектором ошибки, а это является для нас опытом, как не надо делать. И что касается вопросов реализации на уже существующем месте, есть определенный дефект юридической чистоты. Например, если мы захотим реализовать это поселение в существующей деревне, то для того, чтобы подорвать и разрушить иммунитет нашего проекта, достаточно найтись какому-то человеку, даже найтись человеку, который не является собственником какого-то дома. Например, я вот моделирую ситуацию. И он захочет нарушить естественное, ну, течение процесса. Он может заявить права на какую-то землю, и уйдет 20-30 лет на то, чтобы решить этот вопрос. Юридический подход сейчас это позволяет. Для этого мы хотим сначала создать так называемый пилотный проект, который будет являться... Есть в теории управления такой раздел, как принцип автосинхронизации. Вот создается один элемент, который будет потом по всем этим параметрам развиваться и в сеть поселений, развиваться по всей территории. Эти принципы могут реализовать на любой территории. Знаете, я вот вспомнил, есть такая правовая форма организации, она, правда, противоречит федеральному закону, но это не позволяет, ну, как бы она существует, и это факт. Это называется садовое некоммерческое товарищество. То есть вы, наверное, знакомы с такой вещью. Я вот когда немножко сталкивался с этой формой организации, там, в принципе, все довольно просто, что получается, что губернатор, там, грубо говоря, выделяет некий кусок земли, туда приезжают эти садовые товарищи, и они, в принципе, сами все должны себе организовать, то есть они за свои деньги подводят все коммуникации, у них там есть председатель, который со всех собирает там по 150 рублей, там, вот, есть своя охрана, которую они, опять же, там за свои деньги нанимают, сами себе они там ставят домики, и вот они, товарищи, живут. Еще самое интересное, что они, в принципе, на общем собрании могут еще даже, в принципе, договориться и какого-нибудь одного из товарищей, который теперь больше не товарищ, ну, сделать не товарищем окончательно. Вот. То есть вы не обращали внимания на такую форму организации? Вы, вероятно, имеете в виду дачное коммерческое партнерство. Да, что ДНП. Я вам расскажу, и с точки зрения практики, я общаюсь частенько с практической стороной реализации этого вопроса. Для себя, для общего развития, общаюсь с муниципалами первого уровня. То есть, если брать Москву, конечно, это, наверное, не так ярко выражено, но, например, взять Ленинградскую область, да, там есть районные центры, а есть, как называется, сельсоветы. И вот теперь сельсоветы вынуждены решать вопрос территориального планирования. На сегодняшний день ДНП просто заполонили везде. И более-менее уважающий себя чиновник муниципал первого уровня, он не очень хочет, мягко скажем, чтобы на его территории были дачно-коммерческие партнерства. Объясню почему. Потому что, во-первых, дачники приезжают, они воспринимают. Как они воспринимают? Да? Дачники приезжают, делают много-много мусора и не платят ни копейки налогов. Это вот первое. Второе, это опять же экология, то, что, например, те же самые неочищенные стоки, несанкционированные скважины и прям целый ворох проблем. Так вот, я так думаю, что чиновник любого уровня, даже вне зависимости от его нравственности, он не захочет заниматься дачным коммерческим партнерством. В Гатчинском районе с ними активно борются.
и несколько компаний, которые затеяли такое строительство, не могут продать дома, потому что информация просачивается, что это незаконное строительство, и покупать там надел земли и дома тоже нельзя. Поэтому я думаю, что больше и проще гораздо перевести промышленное значение и строить промзоны. То есть за этим, я думаю, будущее ближайшего времени, вот как показывает практика. Дачно-коммерческое партнерство неудобно. Ну, просто вам до производства пока немножко далековато, и мне кажется, что, может быть, действительно, сейчас это не самая эффективная форма правовая, но она, по крайней мере, существует, и в целом под ваши идеи она подходит. Просто вы, может быть, скажем, возьмете на себя обязательство, что вы не будете мусорить и будете по полной функции следить за мусором и так далее. Просто если речь так или иначе когда-нибудь зайдет о том, что вы сядете перед столом конкретного там губернатора и будете ему объяснять, что вы хотите от, на его земле творить. Вот. И в любом случае вам надо будет ему предложить какую-то форму организации, и вот подобная форма, она, может быть, не будет. Я имею в виду, что вам надо, может быть, себя позиционировать, как, скажем, тоже садовое некоммерческое товарищество, но это, грубо говоря, официально, а на самом деле вы будете объяснять, что вы будете действовать на других принципах, а эту форму организации выбираете просто потому, что она сейчас существует и вам подходит, просто вот вы в нее вписываетесь. А так вы, скажем, берете на себя некие новые, так сказать, функции и обязательства в то же время, чтобы, скажем, губернатор был уверен, что вокруг вашего поселка не появятся там какие-нибудь последствия, которые он оговаривает, и он не хочет их видеть, скажем так. То есть, возможно, просто вам будет так проще начать что-то делать с точки зрения оформления каких-либо юридических документов. А может быть, вам это будет и проще потом людей в эту форму более для них понятную приглашать. А в принципе, конечно, вы правильно говорите, что это достаточно сомнительная форма, потому что, насколько мне известно, она осталась просто вот, когда нашу землю опять делили, и вот не знали, как деревни поделить некоторые, и предложили им такую форму организации, хотя она, в принципе, как выясняется, несколько не согласуется с федеральными законами о земле там, и так далее. Но у нас сейчас такая система, что у нас законы друг другу противоречат, и это никому не мешает спокойно жить, скажем так. Ну, кому-то мешает, кому-то не мешает. Спасибо. Уважаемые, мы с вами так в деталях утонем, если мы будем сейчас разбирать и все эти формы садового товарищества, там, что каких-то огородничества. А у меня вот такой вот общий, наиболее общий вопрос, и потом ведь наверняка же приехали не для того, чтобы вот ковыряться в этих вот, выискивать блок, да, и недостатки. А речь идет, в общем-то, о таких глобальных позициях. Ваше выступление здесь и как бы та помощь клуба или членов клуба здесь индивидуальная какая-то, она каким образом предполагается вами, то есть как бы цель доведения вашей информации, что вы ждете в целом от клуба и от его участников? Цель доведения нашей информации такая. Мы, во-первых, хотели присутствующих здесь познакомить с данным проектом, поскольку мы уже, некоторые ребята, мы уже с ним ознакомились посредством интернета, и у них появился интерес. То есть, как одна из форм решения проблем, да, мы хотели поделиться своим опытом, то есть своими наработками в данной области, в том числе тем же самым организационно-технологическим подходом, как мы его понимаем. Вот. И если какая-то часть ребят, она, собственно говоря, будет принимать в этом участие, это будет и полезно и нам, и им. Вот. Кроме того, мы знаем, что какая-то часть информации будет доведена и до чиновников, естественно. Вот. И это будет как бы им возможность тоже ознакомиться с этой информацией, в свою очередь, которую они также смогут применять в работе. Вот. Потому что к нашему проекту уже проявляли интерес чиновники разного уровня, ну, в том числе и федеральные, и которые хотели бы и помогают, в принципе, в этом проекте. Вот смотрите, я буквально. Дело в том, что вы сейчас берете как бы те проблемы, которые есть в экономике, и собираетесь их улучшить, в ходе того, что не останавливаясь и не ограничивая себя рамками в мировом масштабе, так в мировом масштабе, улучшать, так улучшать. Это нормально. Нужно всегда видеть такие далекие горизонты, чтобы реально достигать и быстро существующие какие-то позиции, учитывая, как говорится, многообразие. Но есть ведь и другая вещь. Не все так плохо у нас в стране.
Вы же вот говорите, что там чиновники не умеют работать, другие не умеют руководить, кто-то что-то не делает. Но однако те же наши вот высшие руководства сейчас везде делают такие благие направления, в части вот всякие федеральные программы, национальные программы, проекты, где одним из проблем этих программ является то, что деньги не доходят до реального потребителя или саботируются где-то там на местах. Так вот, ежели отойти от теории управления, вот этой вот замученной теории общего управления, да, или общей теории управления, то тогда можно было бы многое увидеть, понимаете? Вы все время мыслите какими-то такими стандартными блоками, созданными до вас и по своим каким-то дедовским правилам, я бы так сказал, на сегодняшний момент. В результате, получается, новизну-то никак не хотите сами вычленить, а многие вещи очень интересно говорить и очень хорошие, перспективные. Так, может быть, здесь в данной ситуации надо не плясать, чтобы усовершенствовать совершенно ненужную систему чиновничьего экономического, что ли, формы управления в нашей стране, так можно кривовато сказать, а попытаться население поднимать таким образом, через ваши же идеи, через ваши вот инициативы, поднимать население к тому, чтобы оно имело доступ к тем ресурсам, которые государство направляет и которые потом по каким-то причинам размываются. При желании можно разложить эти системы, они уже разложены, то есть где, как, что размывается, почему уходит, где пропадает, и в эти ключевые моменты можно всегда вставить инициативы и получить ответ на еще один вопрос, за счет чего вы собираетесь финансироваться. То есть, если это будут пожертвования или спонсорские какие-то меценатские позиции, это понятно, но вряд ли это будут такие огромные деньги, которые вам нужны. А если это будут заемные деньги, то вы будете представлять свои планы по планам кредитора. А кредитор будет это вам говорить по сложившейся системе, а не по вашим новомодным штучкам, понимаете? Второе, вы вынуждены будете крутиться, как белка в колесе, чтобы расплачиваться по этим правилам. Понимаете? И у вас тут времени, ни жизни не хватит, чтобы дойти до ваших новшеств. Поэтому получается, что ежели сейчас вот поднимать население к тому, чтобы оно получало то, что государство реально направляет, но не доходит, продумать, а у вас есть все для этого задатки и возможности, и вы все это дело видите, у вас хорошая экономическая подготовка, вы можете решить именно нормальным, функциональным языком экономиста и управленца, как прийти и обеспечить населению доступ к этому. У клуба есть такие, в общем-то, не сказать, что серьезные проработки, но наметки этого есть, и они обсуждались, как, чего. Поэтому вот здесь клуб мог бы пойти навстречу, ну как, некая такая единая массив соратников, что ли, в этом вопросе. Поэтому вы просто учтите, посмотрите через эти позиции. Потому что все остальное, вот попытка создать отдельно взятое какое-то коммунистическое общество в рамках общего, ну так скажем, негатива, крайне кажется таким футуристичным и проблематичным. У меня все. С нашей точки зрения мы не воспринимаем это как попытку построения отдельно взятого общества, как коммуны какие-то, потому что мы просто, как и, так сказать, все здесь присутствующие, тоже у нас своего рода клуб, можно сказать, но не клуб, мы это командой просто называем, вот, которая просто от обсуждения за круглыми столами решила перейти к практическим шагам. Вот, есть подобные клубы, там, команды других регионов страны, кто-то занимается проблемами в области образования, то есть они прямо реально уже пишут стандарты для, так сказать, системы образования и будут их пробивать и менять, те стандарты, которые существуют. Мы решили пойти таким путем. То есть мы, в общем-то, и говорим о том, что население должно участвовать в процессах самоуправления. Собеседник. Гречко Максим Алексеевич, член КОПИ. Я вот хотел спросить, как вот, может быть, сообразуются, не сообразуются воссоздание, так сказать, поселений или на старых местах, или новых, с возрождением местной промышленности вот у нас по всей стране. Не секрет, что когда-то вот она занимала долю 15% от общего объема СССР. Вот, была, достигалась тем самым занятость на местах, обеспечивалась какими-то продуктами и питания, и промышленными, теми, которые они выпускали, местные, соответствующие, значит, магазины, торговые сети. И, кроме всего прочего, подпитывался
те имеющиеся ресурсы, которые имеются на местах, они были задействованы. Вот сейчас вот, идет Трамп, федеральный фонд содействия жилищному строительству, товарищество Александр Бравермас, руководитель, они сейчас активно проводят вот эту вот политику по предоставлению для застроек федеральных земель. Даже в Москве планируется буквально через 3 месяца проведение первых торгов в Москве и в Зеленограде первых участков, по-моему, около 40 гектаров по строительству. Причем в Зеленограде вот малоэтажную застройку. И кроме того, правительство действительно говорилось, много сейчас идет понимание и направление в этом направлении деятельности, связанное с, так сказать, с возрождением всего этого. Вот я познакомился с стенограммой выступления предложения Набиуллиной, вот вчера, да, было заседание Медведева, и в том числе были предложения, направленные на улучшение институционного климата в стране, поскольку мы там занимаем ужасное место, 120 среди 163 стран. И что говорилось? Активно формировать промышленные площадки с выделением специальных зон под развитие инвестиций. Упрощение требований, рекомендации, геопланирования. Устранение причин, связанных с отнесением проектной документации в типовую. То есть как бы государственные структуры, в том числе Министерство экономического развития, они фактически идут в этом же направлении. Вот не кажется ли вам, что целесообразно было бы воспользоваться теми начинаниями, которые есть сейчас в правительстве, для того, чтобы предложить свои варианты развития фактически территории через вот такие вот создания поселений и возрождение, так сказать, промышленности, которая убивалась на местах, чтобы не ходить в соседний город, не ходить в соседний регион на запад. Чтобы это все происходило на месте, чтобы там закреплялись и жили бы, как вы говорили, переходило это поколение в поколение эти дома. Спасибо. Вы абсолютно правильно сказали, то есть мы работаем в данном направлении. В 2008 году мы через Дмитрия Алексеевича Зубкова направили письмо, он проводил на базе одного из наших вузов аграрную конференцию. Ему лично было передано письмо, которое он довел до президента. И президент практически это письмо, которое мы готовили, зачитал в эфире, ну, своим словом, естественно, не зачитывая. Но, в принципе, он передал все данные, которые мы для него готовили. То есть он сказал, что под объектами промышленности, когда они, всем прочим, у нас занято всего 1% территории, остальное это просто земля, вода. И много-много другое там говорилось. И, в принципе, то, что был создан фонд и много другое, это, в принципе, в какой-то степени мы виноваты, да, поучаствовали. То есть, действительно, власти предпринимают шаги навстречу, и мы очень рады этому, и всячески с ними сотрудничаем. Вот, в частности, ведем переписку по соответствующим министерствам. И работают с муниципалами. И даже с муниципалами в какой-то степени работают эффективнее, потому что они нам делают предлагают практически бесплатно. То есть, взамен на развитие своей территории, да, то есть, они не свои люди. То есть, нам не нужно участвовать в торгах никаких. Вот, а развивать местное производство не только можно, но и нужно. Это один из эффективных путей, то есть занять население. И есть множество совершенно незаслуженно забытых видов производств на местах. Там, ну, хотя бы взять ту же Ленинградскую область, когда ты был один из крупнейших поставщиков такого материала, как лен, вот, который сейчас практически не производится. Но льняная одежда, она гораздо полезнее, чем хлопковая. Много еще тут примерно говорить. Я хочу еще сказать, что вот это вот планирование и местная промышленность, может быть, у нас не закон, ну, необоснованно забытое. В Беларуси, в которой мы сейчас вступаем, таможенный союз активно развивается. Там попробуй руководитель не отдать своим местным предприятиям обусловленную, планированную часть материалов и сырья. Вот тут же вызовут на паркос актив, который там остался, пропесочек, да, если не поймет, он не сработает. Еще найдет нарушение и посадит. Там все это очень жестко. Но тем не менее, вся практически промышленность, которая была еще создана при Советском Союзе, она работает.
пусть качество внутри поставляемых товаров недостаточно высокое, но зато он имеет ценовую нишу, достаточно возможно для покупательного спроса местного, и при этом вся вот эта излишек, о которой вы говорили, то есть фактически Беларусь, она примерно так же сейчас и работает, она идет на экспорт. И Лукашенко очень активно продвигает это направление и защищает всячески продвижение на российский рынок и на рубеж. И всячески поддерживает, вплоть до завоза технологий Запада, обеспечение создания совместных предприятий именно вот в легкой местной промышленности. Если вы заканчиваете, то коротко. Да, действительно, в области промышленной политики Беларуси это достойный пример. Хотя там есть в области экономики определенные вопросы и вообще роли Беларуси в мире. Но вот именно в этом аспекте, да, с ними стоит брать пример. Ну что, на сегодня, наверное, все, потому что время как бы много, сейчас тут еще будет другое мероприятие. Спасибо вам за отличный доклад и за представленный проект. Я надеюсь, что мы продолжим наше общение как в идейном плане, так и, может быть, в прикладном. Спасибо вам, что приехали. Спасибо.